Тверской области сотрудники МЧС и специалисты пиротехники продолжают работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Группа работает возле населенного пункта Победа в Оржевском районе. Планируется, что отряд исследует территорию площадью 35 гектаров, которую в дальнейшем можно будет использовать для сельскохозяйственных работ. О том, как проходит обезвреживание боеприпасов времен войны, в нашем следующем материале. Неразорвавшиеся боеприпасы здесь находят повсюду, где велись бои и в местах, где складировались. В жилых районах, при строительных работах, на сельскохозяйственных полях, в лесополосах, в поймах рек, на приусадебных участках и других местах. На сегодняшний день обследована площадь более 150 тысяч квадратных метров. Обнаружено и обезврежено более 250 взрывоопасных предметов. Общая площадь, которую предстоит обработать отряду, 35 гектар. В работе сотрудников отряда помимо ручного разминирования применяется и механизированная очистка местности с использованием робототехнического средства МВ-4, который предназначен для дистанционной очистки территории. В связи со спецификой выполняемых работ, данное робототехническое средство полностью дистанционного управления. Ручного управления на ней нет, за исключением некоторых функций, которые можно выполнять с рабочим оборудованием, но и только. Обнаруженные взрывоопасные предметы передают специалистам-взрывотехникам. Они в удаленном от населенных пунктов месте еженедельно занимаются уничтожением взрывоопасных предметов. Все земли в последующем после проведения обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов будут пригодны для использования в сельском хозяйстве.